лауреаты и дипломанты нашего конкурса, родители, родственники, друзья наших конкурсантов, уважаемые гости. Сегодня в этом прекрасном Шереметьевском дворце, в этом чудесном белом зале, своды которого наполнены особой душевностью и теплотой, мы открываем гала-концерт. Первый международный конкурс Elite International Music Competition. Главными действующими лицами будут, конечно же, наши дети. А все мы вместе с вами их будем благодарными слушателями. Мы надеемся, что наш конкурс станет отправной точкой для наших ребят в их музыкальном развитии и профессиональном становлении. Мне бы хотелось от организационного комитета конкурса, от всех присутствующих в зале, от себя лично поприветствовать и поблагодарить наших компетентных членов жюри, а именно председателя жюри, профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Лебедева Игоря Викторовича. Членов жюри, профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, заслуженного артиста Российской Федерации Кирилла Борисовича Соколова. Профессора Санкт-Петербургской консерватории Римского-Корсакова, заслуженного артиста Российской Федерации Станк Александра Григорьевича, который по уважительным причинам сегодня не присутствует сегодня. Администрацию. Спасибо большое. Администрацию и директора детской школы искусств имени Гаврилина Киселеву Ирину Вячеславовну за поддержку и содействие в организации и проведении конкурса, а также мастер-классов. Хотелось бы отметить администрацию Шереметьевского дворца за организацию познавательной экскурсии, я надеюсь, вы в этом убедились, и возможности сегодняшней нашей встречи в этом зале. Анна Дмитриевна, пожалуйста. От всей души компанию «Финтерия» и ее творческих руководителей, это Блатову Юлию Вадимовну, Неустроева Кирилла Павловича, за их юридическую поддержку и содействие в организации гала-концерта. Спасибо большое вам. Не могу сказать и не отметить тот факт, что в нашем первом конкурсе участвуют не только ребята из Петербурга. Есть также ребята, конкурсанты из города Комсомольска-на-Амуре. Например, Игорь Жуков, Курганова Наталья Владимировна. В номинации «Вокал» концертмейстер Горбунова Виктория Александровна. Они прилетели сегодня с Камчатки и сегодня с нами. Вы их услышите. Спасибо вам большое. Из Иркутской области ансамбль скрипачей «Каприз». Также в номинации «Камерный ансамбль» трио из Российской академии музыки имени Гнесиных, город Москва, Серегина Вера, Мартынов Данил, Эльдирякова Александра, педагог Багрова Елена Юрьевна. Они тоже перед вами сегодня выступят. В нашем конкурсе принимали и ребята из других стран, например, из Австрии, Варвара Бродяева, город Клагенфурт, в номинации «Фортепиано». Как вы все знаете, из условий проведения нашего конкурса лауреаты первой и второй премии были награждены еще и поездкой в Нью-Йорк
и с выступлением в потрясающем зале Америки Карнеги-Холл. К сожалению, политическая обстановка и проблемы с получением виз не дали нам пока такой возможности. Но все-таки двое из наших конкурсантов, наши первые ласточки, поедут в этом году, в марте месяце, и 3 марта они выступят на этой сцене потрясающего зала Карнеги-Холл. Это Калиянурова Софья и Курганова Наталья Владимировна. Удачи вам, мои дорогие! Правда, сейчас, идя в этот зал, мне Игорь Викторович потихоньку сказал, что вроде бы начали давать визы. Поэтому тот, кто еще есть у кого такое желание, обязательно подойдете ко мне. Мы с вами будем пытаться туда, все равно поедем. Всем остальным лауреатам вот предоставляется эксклюзивная возможность в случае все-таки не получения виз в следующем году принять участие в этом концерте, в этом прекрасном зале Карнеги-Холл вне конкурса. Это будет 2019 год, февраль-март месяц. Разрешите предоставить слово председателю жюри Лебедеву Игорю Викторовичу. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, участники, их родители и все присутствующие. Мне очень приятно вас здесь сегодня всех видеть. Должен сказать, что было очень приятно слушать ребят, которые выступали на этом конкурсе. И в целом, оценивая вот этот первый опыт, мы знаем, как говорится обычно, первым блинкомом, но вот здесь я ничего не могу сказать. Прекрасно организованный конкурс. Очень ответственно подошедшие к процессу подготовки педагоги, родители и сами ребята. И я оцениваю этот конкурс очень высоко. Как всегда на каждом, особенно детско-юношеском конкурсе, очень волнительно слушать и смотреть, как появляются новые какие-то такие благодатные ростки, которые в будущем составят основу нашей культуры музыкальной. И этот конкурс также не стал исключением. Мы увидели несколько, так сказать, ребят очень одаренных, которые, несомненно, должны будут дальше развиваться и будут развиваться. И мы их еще услышим, увидим, узнаем. Я всех вас поздравляю, и тех, кто получил первые премии, и тех, кто даже ничего не получил, никаких наград. Всех поздравляю с участием в этом конкурсе, потому что любое соревнование в таком раннем возрасте, оно помогает человеку и развиваться, и достигать каких-то новых высот, концентрируя все свои силы на достижении вот этих результатов. Я думаю, что этот конкурс очень поможет нашим ребятам. То, что вот уже сказали, я слышал, что вроде бы начали давать визы, мне кажется, что если этот процесс начался, то мы даже можем успеть и к марту месяцу, потому что время еще есть. Вот. Ну, если нет, то действительно это будет возможно сделать на будущий год, так что не надо расстраиваться. Самое главное, вот то, что конкурс прошел так успешно, и я, кроме вот тех слов благодарности, которые звучали в адрес всех организаций, которые помогали в этом, я должен сказать свои слова благодарности тем людям, которые непосредственно этим занимались и которые были двигателем и, как вы знаете, просто пробивной машиной для того, чтобы это все осуществилось. Это, знаете, это не такое простое дело, и на пути любого начинания всегда стоят всякие преграды. Так вот, оргкомитет, который здесь работал, проявил просто недюжинную, так сказать, внимание и умение, и вот это еще мне внушает надежду на то, что этот конкурс действительно только первый. У него, мне кажется, большое будущее, и, в общем, я считаю, что мы уже через год, наверное, даже меньше, чем через год, встретимся, услышимся, увидимся, и этому конкурсу грозит очень долгая жизнь. Всем спасибо.
конечно, успехи наших детей были бы менее существенны без их замечательных педагогов и концертмейстеров. Поэтому мы решили поблагодарить их за самозабвенный труд, что мы и будем делать это в процессе выступления наших артистов, возраст которых от 6 до 22 лет. И вы сейчас и услышите. Итак, мы начинаем. Гала народного конкурса Elite International Music Competition. Елизавета Грищенко. Первое место. Номинация «Струнные инструменты группа А». Педагог Никитина Нина Евгеньевна. Лучший концертмейстер Сидорова Ольга Владимировна. Музыкальная школа имени Лиховицкой. Фриц Крейслер. Маленький венский марш. Эдвард Грик. Ноктюрн до мажор.
инструменты группа А. Педагог Харинова Дарья Вячеславовна. Концертмейстер Павлова Екатерина Дмитриевна. Детская музыкальная школа номер 20, город Сестрорецк. Эдра Джинкерсон. Танец. Юмористическая скерца номер 9. Thank you.
Первое место.
Номинация фортепиано группа Б. Педагог Ратманова Ирина Яковлевна. Детская музыкальная школа номер 33. Сергей Рахманинов, Оля Шинель, опус 3, номер 4. Ирина Владимировна, детская школа искусств имени Гаврилина. Валерий Гаврилин, при танца.
первое место. Номинация «Струнные инструменты» группа «Д». Педагог, доцент Яковлев Ростислав Александрович, Санкт-Петербургская государственная консерватория. Концертмейстер Федосеева Алина. Джованни Батезини, старый Робин Грей. Thank you.
Второе место. Номинация фортепиано, группа Б. Педагог Курнавина Ольга Андреевна и Элеонора Маргулис. Детская музыкальная школа имени Люховицкой. Федерик Шопен. Полонез си бемоль минор.
Комбинация фортепиано группа С. Педагог Быстрова Галина Андреевна. Музыкальная школа имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Сергей Рахманинов. Прелюдия опус 32 ля минор «Осколки». Thank you.
Номинация «Фортепиано. Группа С». Педагог Ватина Татьяна Матвеевна. Детская музыкальная школа номер 33. Сергей Прокофьев. Меркуцио из балета «Ромео и Джульетта». Кларнет, фагот и фортепиано. Третье место. Номинация «Камерный ансамбль. Группа 1». Лебедев Александр, преподаватель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Караев Борис Константинович. Марченков Игорь, фагот, преподаватель Никиченко Олег Павлович. Сапегин Александр, фортепиано, преподаватель, заслуженный работник культуры Рояева Ольга Константиновна. Детская школа искусств имени Мравинского. Яков Гаде, танго. Thank you.
Thank you.